прошла 5 этажей. И меня ждет последний. Завтрак в моем отеле на такой террасе. У нас вот есть еще такой вот холл в отеле и выход еще один. Какая красота здесь. Здесь вот можно на терраске отдохнуть. Ну вот так вот тут есть еще. Народ заметно поубавился, потому что сейчас время намаза и время посещения для туристов закончено. И вот как раз в этот момент можно нормально сфотографировать. Ну вот я и побывала в голубой мечети. На улице страшная жара, неимоверная. Боже, мне так повезло сейчас. Во-первых, то, что я в мечеть сходила, и она буквально через 5 минут закрылась для посещения. Потом я гуляла-гуляла и нашла усыпальницу султанов. Я не знаю, как это правильно называется. Потом посмотрю. Я зашла, и сейчас она закрыта на 1 час. То есть мне так повезло, что сейчас я попала в 2 места, которые вот после меня буквально закрылись. Здесь есть такие питьевые фонтанчики. Ну, пьют и умываются, потому что жара, конечно, неимоверная. Холодная, очень приятная вода. Я вот только увидела, что внутри там такая красота золотая. У вас такое ощущение, как будто это яички куриные лежат. Трамвайные остановки и вот автоматы, где можно купить проездной. Какая красота. Макдональдс присутствует. Starbucks тоже присутствует. Это магазин Вайкики. У нас тоже есть красивая футболочка. Магазины здесь, конечно, на каждом углу. Вот час я иду, и целый час это магазины. Коска, Пьер Карден, Лизия. Опять внизу магазины. Как вот идешь, рынок, это базар. Честно говоря, все это мне напоминает, это просто наш садовод, потому что на садоводе очень много турецкой одежды. Вот она вся здесь, я просто в центре садовода, но турецкого. В общем, это район. Называется Аксарай. В общем, теперь я знаю, куда приезжают. А то, может, даже и не приезжают, удаленно заказывают на наши рынки. Вот оно все. Абсолютно все здесь. Ой, Victoria's Secret. Шучу. Ой, запахи здесь такие, ну вот как бы духи разные всякие. Вот. Я же говорю, садовод. Это так сейчас вот висели, такие халатики, ну накидки, можно сказать. Ну, просто прошла, даже не меряя, купила. Вот, вот штаны, кстати, по 7 долларов. Камовый Витон. Ну, вот типа такого халатика я себе взяла. В общем, есть подземный какой-то аутлет Аксарай. Mall Entrance. Понятно. В общем, это еще один садовод, но под землей. Ходить я здесь не буду, я уже все поняла. В Стамбуле можно найти все, что хочешь. Собственно, как и в Москве. Я уже вышла совсем из центра. Все, я до него дошла. 2 часа пешком всего лишь. И ты в торговом центре. Зара, Страдивариус, Гэс.
везде походила, вот осталась Бershka. Ну ничего нет интересного. Вот ни в одном магазине. Эти футболочки прикольные. Купила мороженое вот это турецкое, которое они замешивают, да, с такой невероятной силой. Я хоть и знаю, что они с этим играют, прежде чем дать туристам, да. Я не так испугалась. Красивый магазин.